Станислав Саламович, традиционный вопрос, общий по составу, 37 человек вы назвали, прокомментируйте, пожалуйста. Ну, мы никогда расширенный состав не объявляли, потому что хотели, чтобы все игроки, которых мы вызывали, сразу были готовы приехать. Но это особый случай, потому что сезон подходит к концу, и чтобы футболисты, те, на которых мы рассчитываем, изначально понимали, что они могут попасть, как говорится, в окончательный список, и чтобы они как бы внутри это понимали, чисто психологически готовились. Ну, естественно, и планы соответствующие строили. Поэтому мы вот так расширенный состав объявили из-за этого. Как будет построен логистический ближайший сбор, где начнет, соответственно, Новогорске, и как дальше будет построено? Мы, естественно, после 26-го, после последнего тура дадим 3 дня выходных футболистам, чтобы они все-таки чуть-чуть дух перевели. И 30-го собираемся в Новогорске. До 6-го числа мы там будем тренироваться. 3-го числа у нас будет контрольный матч с Чертаново. Планируем, потому что все-таки 26-го последний матч, 8-го, тут большой перерыв, мы это сделаем. И 6-го числа улетим в Саранск, там проведем игру, переночуем и на следующий день полетим в Нижний Новгород. Насколько нам ясно, что ажиотаж большой и в одном, и во втором городе, ждем наших болельщиков, для которых мы эти игры делаем, чтобы они нас поддержали, естественно. Какого числа назовете окончательный уже состав? Ну, вот смотрите, ситуация она такая, дождемся завтра полуфинальных матчей, потому что кандидатов достаточно в этих командах, поэтому от того, кто будет попадать, или мы 21-го объявим, потому что 22-го финал, если все игроки, которые будут в финале участвовать, будут в окончательном списке, тогда мы их назовем. Чтобы было понятно, если в одной команде будут игроки сборной, а в другой в расширенный список и не попали, наверное, психологическая ситуация будет разная, мы должны все учитывать. Или уже после финала 23 числа, чтобы ну, как-то быть объективным ко всем. Чисто психологический момент всегда надо учитывать, чтобы мы своим коллегам-тренерам не доставили неприятностей. Болельщики очень сильно переживают, и мы их прекрасно понимаем, о состоянии Дениса Чарышева. Удалось ли вам с ним пообщаться, что говорит, когда мы увидим его вновь в нашей команде? Ну, с Денисом мы общались уже 3 раза, последний раз было это позавчера. Мы с Эдуардом Безугловым и Цыговым разговаривали, чтобы они после первых снимков сделали еще дополнительный снимок, потому что все-таки эта травма свежая, много чего-то можно не увидеть. Но он сделал снимок, еще раз подтверждено, что крестообразная цела, это в этом плане повезло, а вот та трещинка, которая у него есть, врачи попросили его ходить в костылях, на костылях, чтобы пока не было нагрузки, так что у нас есть прямой контакт и мой с врачами, и врачи с клубными врачами, поэтому держим все на контроле, понятно, это неприятный момент, но нам не привыкать. И несколько слов о наших грядущих соперниках. Какие неприятности вот такие команды, как Сан-Марино и Кипр, могут принести? Ну, соперник, он и есть соперник. Мы не можем говорить о приятных ощущениях соперникам или неприятностей. Нам надо собирать информацию, изучать их. Нам надо свои игры разобрать, потому что мы 2 игры с Бельгией и Казахстаном сыграли. И у нас не было возможности ни бельгийцев, естественно, посмотреть, потому что мы переключились на Казахстан, и Казахстан не посмотрели, потому что все разлетелись. Поэтому будет у нас вот такой мини-сбор, там 5-7 дней перед играми, чтобы мы вот эти все нюансы учли и с футболистами переговорили. Ну а информации достаточно. Самое главное уметь этой информацией пользоваться и правильно доносить до игроков.